Заседание Мелишура уже привычно за последний год проходит в онлайн-офлайн формате. На связи практически весь состав Национального совета. На повестке один вопрос – всероссийская перепись населения. И по этому поводу Всемирный конгресс татар подготовил обращение к татарскому народу. Его назвали «Мы вместе без БРГ». Оно уместилось на одном листе. Главный акцент – значимость переписи для народа и всей страны. И в это ответственное время конгресс призывает всех к единению, независимо от региона проживания и диалектов языка. Мы получаем сигналы о том, что имеются призывы переписаться по-иному, в угоду территориальным, этноконфессиональным или иным особенностям. Тем самым создается угроза единству нашего народа, делению его на отдельные группы. Важно отметить, что предстоящая перепись впервые будет проходить в электронном формате. Это дает возможность внести свои данные и сведения о семье в учетные документы без посредников. Поэтому для каждого из нас важно непосредственно участвовать в электронном формате переписи. Обращение уже опубликовано. Опубликовано на сайте Конгресса на русском и татарском языках. Напомним, всероссийская перепись населения пройдет в апреле. Для подготовки к ней и координации Совет Мелишура создал 7 рабочих групп. Все разного направления. От образования и аналитики до культуры и молодежи. Для меня это тоже было неожиданно. Я только что услышал, что стал руководителем комиссии по культуре. Но мы должны донести человеку, какая у него культура, кем он себя представляет вообще для татарской культуры. Сегодня на заседании отдельное внимание обратили на анкеты переписи. Например, родителям детей из смешанных браков нужно будет сделать выбор, к какой национальности отнести своего ребенка, и правильно это записать. Если мы пишем на первом месте татарин, то значит учитываться, или татарка, то будет учитываться именно эта национальность. Поэтому, если будут люди писать через запятую, нужно понимать, что нужно указывать национальность, ту, которую вы считаете приоритетной, на первом месте. Перепись – это не просто цифры, отмечают в Конгрессе. Это и вопрос самоопределения, и перспективы развития, и формирования будущих государственных решений по поддержке тех или иных народов. Напомним, по данным переписи 2010 года, в России проживает больше 5 миллионов татар. Это вторая по численности нация в стране. Сейчас нашему народу надо сосредоточиться и сохранить свой демографический массив, доказать, что татары являются очень важной нацией в Российской Федерации. В следующий раз Совет Мелишура соберется уже 16 февраля. До начала переписи здесь приняли решение проводить заседания каждый месяц. Салават Мухаммадуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.